Сейчас, если сядет на брюхо, вот это будет печально. Друзья, всем привет! Как вы можете помнить, недавно на нашем канале вышло видео про новый Тигуан, который совершенно неплохо зарекомендовал себя на внедорожье, конечно же, если мы говорим о паркетниках. И еще тогда мы пообещали взять его еще разок и сравнить с другим автомобилем, который тоже себя неплохо зарекомендовал и является авторитетным покорителем всех грязищ, если, конечно же, мы говорим о представителях семейства кроссоверов. И, конечно же, наш выбор пал на Subaru Forester, и тут сразу будет, наверное, логичным рассказать о том, какие же именно автомобили нам достались. Итак, Forester. У нас машина с бензиновым атмосферником объемом 2,5 литра на 170 лошадок и вариаторной коробкой передач. И несмотря на то, что у Subaru в линейке есть машины с дизельными агрегатами, у нас в стране они не продаются. В то же время Volkswagen у нас делает основную ставку на дизели, поэтому в тестовом парке были машины именно с дизельными моторами. Поэтому нам достался Tiguan с турбированным дизельным мотором объемом 2 литра, мощностью 150 лошадей и, конечно же, DSG. Другие немаловажные показатели — это, конечно же, геометрическая проходимость. Угол въезда и съезда Forester составляют 25 и 26 градусов соответственно. Клиренс 220 мм, колесная база 2640 мм, а снаряженная масса 1495 кг. При этом угол въезда Тигуана составляет 25,6 градуса, а угол съезда 24,7 градуса. Но стоит отметить, что это характеристики именно внедорожной версии, которая отличается своими бамперами. Клиренс Тигуана составляет 200 мм, колесная база 2681 мм, а снаряженная масса 1426 кг. За работу полного привода и распределение крутящего момента у Тигуана отвечает новенькая муфта Haldex 5-го поколения, у Forester это гидромеханическая муфта с электронным управлением. И, конечно же, последний момент, из-за которого постоянно у всех бомбит, это колеса и резина. Итак, обе машины у нас на липучке, обе на 18-х дисках, но у Forester это Goodyear Ultra Grip размерностью 225 на 55 профиле, а у Тигуана это Nokian Nordman 235 на 55. Мы взяли две машины и поехали смотреть, что же из этого получится. Первым местом наших испытаний стал кроссовый трек или кроссовая трасса. И стоит отметить, что когда мы приехали туда, все это место выглядело плоским, милым и безобидным под слоем снега. На самом деле мы уже неоднократно снимали в этом месте и знаем, что под слоем снега все не так уже просто. Там есть огромное количество трамплинчиков, разных возвышений, ям, бугорков и так далее, на которых мы спокойно сможем проверить геометрическую проходимость, углы въезда и съезда, вывеситься, поймать диагональ и посмотреть вообще на то, как работает полный привод и кто же из паркетников справится, а кто нет. Самым сложным испытанием в этом месте было крутое возвышение или трамплин, я даже не знаю, как его назвать. И вся сложность была в том, что нужно было быть довольно осторожным, потому что преодолеть его можно было по большей части ходом, но в то же время нужно было балансировать скорость, потому что были все шансы остаться либо без бамперов, либо повредить пороги. А пороги у обоих машин прикрыты кромкой дверей, поэтому повредить их был не самый лучший вариант. Но я сейчас попробую заехать.
Короче, я по глупости сначала, когда мы тут боком катались, отключил стабы, сейчас я включил, он в порядке легче заехал. То есть с подключенной стабилизацией, типа интеллектом, его сюда проще было выйти. Давай, следующий. В общем, в этом месте мы прошли несколько испытаний, и Форестер, и Тигуан справились при этом с поставленными задачами. И мы отправились дальше. Мы уехали с трассы кроссовой и приехали в лесок. Здесь куча горок прикольных, и первым таким вот испытанием в лесу станет подъем. Крутой и заснеженный, но есть здесь и покруче. Если мы этот преодолеем, поедем искать покруче. В этот раз Тигуан поехал первым, и после нескольких попыток уже стало ясно, что он вроде бы как немного уступает Форестеру по своим возможностям, но на самом деле еще немного спустя оказалось, что все совсем не так однозначно. Сюда съезжай. А ну, Григорий, дай я разок попробую. Да нет, мне просто интересно. Я просто знаю, как прилазить в Субару. Он думает, что прокладка между рулем. Нет, я не думал, что прокладка. Вот именно так и думает. Ты
Не надо меня ничего спрашивать. Расследите. Проблема была в прокладке. А какой режим? Вот это было неприятно. Снежинка там такая нарисована. Не ехала. Когда снег. Не ехала за снежинкой. Можно включать. У него была на снежинке. Это все монтаж, я не сидел за рулем. После того, как обе машины справились, мы принялись строить дальнейший маршрут, и вскоре я заметил довольно крутой спуск, но основная сложность его заключалась в довольно узкой тропке, которая была ограждена по бокам елками, и здесь надо было очень балансировать, а с учетом того, что машины постоянно сносило на снегу то вправо, то влево, он вызывал некоторые опасения внутри меня, но тем не менее здоровый азарт побеждал, а может и не здоровый, поэтому я все-таки решил спускаться. Мне кажется... Это дерево слева снизу меня. Якорь есть в комплекте? Я бы не ехал. Я, конечно, не отношусь к разряду цикунов, но я бы не ехал. Потому что если там же просто будешь на АБСах ехать уже куда едет. Ну, и нам надо в лесу сейчас на таком подъеме один или два битый машин. Это перебор. Следующим испытанием будет крутой спуск. Достаточно сильно крутой, и по бокам там есть еще деревья, которые делают небольшое препятствие. Сейчас на спуске я попробую воспользоваться функцией X-Mod. Вообще, это помощь, как говорит Subaru, новичку на бездорожье, но ее можно использовать при спуске, когда вы зажимаете, и вернее, когда вы активируете этот режим, вы можете не управлять дросселем и тормозом, просто убирать ноги от педалей и только за рулем следите. Машина должна теоретически сделать все сама. Но спуск крутой, может понести, поэтому... Поэтому надо будет предпринимать, возможно, какие-то действия. В этом чуть-чуть стрём есть. Ну вот, я не знаю, насколько камера это передает, но здесь достаточно круто. Я тебе сразу говорю, я туда не поеду. Какого лешего ехать туда, где дерево? Ну так, а видео, ты хотел трэша. Ты сказал, что ехать трэш будет, но главное не покусать машину. А ты реально едешь вниз в пропасть, по снегу. Григорий, одумайся, я тебя не достану 7-метровый рассол с 20-метрового ущелья. Едут и рискуют, а есть чудики. Это реально тут случай. Ну ты сам посмотри, куда ехать. Мои впечатления про X-Mod короткие. Я начал ехать где-то до половины пути. Все было отлично, машина как бы сама балансирует скорость, но вот позже она уже слишком сильно подтормаживала. Из-за снега ее начинало сносить в сторону, а там дерево, которое мне надо было объехать. То есть если бы я жал по тормозам, я бы в него конкретно въехал. У меня был вариант только подгазовать и чуть в сторону уйти. Вот, собственно, так и произошло. Вот это дерево было самым стрёмным. Ну а потом там уже как бы без проблем, просто были закопанные колеса по крышке, которые сейчас задубели, и я на одной из них чуть-чуть подзастрял. А вот это дерево, с которым мы прошли еще очень близко. После того, как Форестер все-таки спустился, мы решили, что игра не стоит свеч и рисковать Тигуаном не нужно. Поэтому пустили его по объездному пути, а в это время сам Форестер оказался в небольшой ловушке, потому что подниматься назад по этому же подъему уже было нереально, и у нас был единственный выход — это карабкаться вперед по пухляку. Короче, начал я подниматься наверх после этого спуска, и здесь у нас проблемы небольшие возникли. Я пытался в сторону объехать, но теперь чем больше я стараюсь, тем хуже становится. Поэтому можно не стараться, я не знаю. Давай помогай. Толкну любую горку, недорого. Все, я не толкаю. Да ладно, не толкай, Наташа, я пошутил. Давай, Павлик, еще. Какой это что? Краз? Еще. Нет.
стой, стой. Да, я стою, я вообще никуда и не еду особо. Тут наши, я понял, знаете, что тут добавляют в бумажку этот спирт, как он, нашатырный. Это же когда мы толкались удвоенной. Что там у тебя случилось, а? Да, я погляжу, Наташа, доброта. Пенек где-то здесь. И мягко, с мягкого гата. Я Дэвид Копоть. Уличная мать. Вскоре после того, как мы выбрались, перед нами предстало последнее, наверное, испытание в лесу. Это была довольно крутая горка, не такая продолжительная, не такая длинная, но очень крутая. И Тигуан был первым. Тоже? Ну да, а что ты газ бросил? А кто он бросил, не я. Кто он? Я не застал. У него там друг воображаемый уже появился. Мотор! Мой друг мотор сбросил газ. После нескольких неудачных попыток Тигуана пришла моя очередь. Но на самом деле я хотел бы отметить, что мое мнение, вот я пересматривал видео и анализировал все, как происходило, Тигуану не хватило, наверное, совсем чуть-чуть скорости, совсем чуть-чуть для того, чтобы взобраться на эту горку. Поэтому если бы вернуть время назад, то я понимаю, что когда мы находимся в этом лесу, нам очень не хочется рисковать машиной, потому что перед нами довольно узкая тропка с большими глиняными бортами, и либо дверь, либо что-то там повредить, это вообще как два пальца, знаете. Поэтому вот мне кажется, что Тигуану забраться на нее было вообще не проблема, но скорости чуток не хватило. С Форестером было чуть по-другому, я попробовал два раза, каждый раз я увеличивал скорость, и потом я не помню уже. Два раза так, на третий-четвертый раз я чуть увеличил скорость, и все-таки Форестер влетел на эту горку и застыл в очень таком непонятном положении. Кучно. Скучно? Да. Мы же сидим с тобой. Там было весело, но ты не смог. Значит, я не смог. Я смог. Да, диагональ лютая получилась. Конечно, да. Так. Мне на Форестере все-таки удалось взять этот подъем, но радовался я недолго, потому что сразу после того, как я пересек высшую точку, машина перевесилась, и я повис, наверное, с тремя колесами. Одно еле-еле касалось земли, и в это время Паша поехал меня спасать по объездному пути, там тоже где-то встрял. И в общей сложности мы здесь потеряли добрый кусок времени. Но потом Форестер все-таки удалось раскачать без помощи Тигуана. Он съехал с места, и я развернулся. И сейчас на том же месте чуть-чуть подзасел. Посмотрим, получится самостоятельно или нет. Ром,
полный руль, полный руль. Все, так мы закончили с лесом, и последнее, на что хотелось посмотреть, это работа полного привода на заснеженном асфальте. Поэтому на следующий день мы отправились на нашу любимую взлетку. Но когда мы добрались до места, нашему расстройству не было предела, потому что оказалось, что под слоем снега есть довольно толстый слой льда, гладкий как зеркало и скользкий до невозможности, а достучаться до асфальта было нереально. А обе машины на липучке при таких условиях вели себя как коровы на льду, потому что чуть больше ты открываешь газ, машину уже несет. Ну, в общем, эффект был не тот, на который мы рассчитывали, и уже после первых же попыток стало понятно, что все эти испытания будут не очень-то объективными. Мы немножко подурачились, покатались боком и отправились домой. А ну пробуй. Колеса прямо. Назад. Круто провели время, немножко пофанились. Я, если честно, навернулся даже парочку раз. И теперь настало время ехать домой. В целом, за время испытаний обе машины справились с поставленными задачами, они шли плюс-минус наравне, и тем удивительнее это для меня, потому что я рассчитывал на то, что так глубоко мы не заедем, потому что все-таки это кроссоверы, это не какие-то суровые бездорожники, для которых это все нормальная среда обитания, но по личным ощущениям Форестер все же был немного впереди, на какие-то сантиметры, метры ему порой получалось заехать дальше. Но есть и другая сторона медали, а именно расход топлива. И так случилось, что за время всех наших катаний затраты на горючку сильно отличались, и в данном случае не в сторону субаровского оппозитника. Поэтому Тигуан здесь был впереди. Друзья, огромное спасибо, что смотрели. Обязательно поставьте под этим видео лайк, если оно вам понравилось. Обязательно напишите, если вы хотите больше сравнений на нашем канале. Ну еще раз спасибо, что смотрели. Всем пока. Хлебалом с ней.
паскуда. Ну, поехали. Да. Это клюмал.